Приднестровский боксер Василий Чеботарь завтра может отобраться на Олимпиаду. Для этого ему нужно победить соперника из Индии. Наш спортсмен сейчас на турнире в Таиланде. Там разыгрываются путевки на Олимпийские игры в Париж. Василию Чеботарю нужно одержать еще одну победу. Три раунда до мечты всей жизни Василий Чеботарь не скрывал. Олимпиада – это то, к чему он всегда стремился. В Бангкоке он уже одолел соперников из экзотической страны Тонга, а также Палестины и Армении. Один нокаут и две уверенные победы по очкам. Завтра бой с представителем Индии. Сильный противник. Мы его знаем, осматривали, анализировали. Вчера он в очень равном бою победил противника из Таиланда местного. Но мы рассчитываем на победу. Анатолий Ахмадиев выходит с нами на связь сквозь тайскую жару и медленный интернет. Своего подопечного тренер просит не тревожить. У Василия расписан каждый час подготовки к главному бою его карьеры. Тренер рассказывает, что у соперника из Индии определенное преимущество. Ему не нужно привыкать к почти 40-градусному зною и непривычной для наших желудков азиатской пищи. Спортсмены в Таиланд приехали заранее и понемногу привыкали к местным условиям. Акклиматизацию мы проходили. Ребята здесь были на сборах. Вот, на острове там проходило. Успели на себе все испытать. И расстройство желудка, и специфическая пища. Вот. Поэтому к завтрашнему дню готовы со всех сторон. Время осматривать достопримечательности Бангкока у нашего боксера нет. На память останется видео с тиграми и снимок с изображением короля Таиланда. Сейчас Василий Чеботарь продолжает подготовку к завтрашнему бою. Следующее памятное фото хочет сделать уже у Эйфелевой башни перед началом Олимпийских игр. За всю историю нашего бокса на Олимпиаду ездил только один спортсмен – Игорь Самойленко. Василий готов как минимум повторить его успех. Максим Кирьязов, ТСВ.